Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И в третьем тысячелетии от Рождества Христова эти слова звучат как нерушимый завет верности Божьей, как надежная гарантия, как свет из будущего, который пронзает тучи печали, гонений, скорбей и искушений. Эти слова утешали первых мучеников, умиравших за Господа в Иудее и амфитеатрах Рима, несли надежду верным в мрачный период Средневековья, ободряли и утверждали верующих в период просвещенного критицизма. Они дают силу идти дальше христианам, живущим в последний период обольщения. В этих словах Христа сокрыта тайна жизнеспособности Церкви. Миллиарды людей проживают свой век под солнцем. Гибнут цивилизации, рушатся и создаются государства. Одна общественно-политическая формация сменяется другой, и на Земле нет ничего постоянного. Постоянно лишь то, что создано вечным, живым Богом. И пусть седые века хранят бесчисленные примеры человеческой неверности, это только подчеркивает красоту дела Божьего. Церковь живет, благовествует и ожидает своего Господина. Созданная Христом, Церковь с триумфом войдет в блаженную вечность. Начало этой победы – созидающей силе креста Христова. Господь создал Церковь, и Он приведет ее к славному завершению земной истории. Жизнеспособность Церкви в определенном смысле зависит от нашего послушания Господу. Жизнеспособность Церкви в соединении со Христом. Мы живы им. И это единение имеет вполне конкретное практическое проявление. Тот, кто живет Господом, не может быть равнодушен к Его желаниям, к Его воле, к Его Слову. Одной из важнейших сторон жизни Церкви, одним из фундаментальных условий ее жизнеспособности, является благовестие. Церковь Христова, исполняя повеление своего Господина, возвещает Евангелие благодати Божией словом и делом. Истинное благовестие – это не массовое шоу, не громкие слова и тщательно спланированные евангелизационные кампании, но смиренное исполнение повеления Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Верность в вопросах благовестия, внутренняя суть нашей евангелизационной работы, ее истинное качество напрямую влияют на жизнеспособность церквей и групп. Оценивать свое отношение к благовестию и его результаты – наша прямая обязанность. Насколько жизнеспособно посеянное нами? Все ли мы делаем, чтобы ростки новой жизни, начавшие пробиваться из-под каменной плиты неверия, не погибли, но окрепли, расцвели и принесли плод? Достаточно ли поливаем насаженное? Эти вопросы должны беспокоить благовествующих. Оглядываясь назад на более чем десятилетний период свободной проповеди Евангелия, мы можем отчетливо видеть, как Господь вел и направлял нас в этом служении. Менялись формы служения, использовались разные методы благовестия. Мы проповедовали Слово Божье в клубах, дворцах культуры, в палатках, прямо на улице, по деревням и поселкам пошли книгоноши.
Для первого периода свободы было характерно желание охватить огромные массы людей, изголодавшихся по слову жизни. Благовестники посетили множество мест, останавливаясь в каждом поселке на короткое время. В результате этого значительно расширилась география наших поездок. Лавинообразно вырастало количество мест, нуждающихся в посещениях и постоянной опеке. Как успеть все сделать? Этот вопрос при малом, а порой уменьшающемся из-за эмиграции количестве тружеников, стал необычайно остро. Некоторые места благовестники посещали только раз в год, а некоторые и того реже. В дневниках благовестников, совершающих поездки по местам, где образовались небольшие группы уверовавших, стали появляться тревожные записи. Как жаль, что почти целый год эти люди остаются без собрания. Они как дети, оставленные родителями. Как ребенок может воспитывать сам себя? Как он вырастет, если никто его не кормит? Мы, как жестокие родители, оставили их на весь год. Некоторые отпали, духовно умерли. Некоторые не знают, как молиться, читать Библию. Им очень трудно. Где вы, познавшие радость спасения? Надо что-то делать. Надо менять формы служения. Эти слова все чаще стали звучать на общениях благовестников. Нам стало ясно, что необходимо переселяться на новые места служения. Кто еще поедет туда и скажет этим людям о том, что их любит Бог? Как-то одна сестра приехала к нам и говорит: наша группочка, там несколько сестер, мы знаем 5 гимнов. Сестра одна приехала от вас, научила нас 5 гимнов и уехала. И теперь мы повторяем эти 5 гимнов. Как спели 5-ю, начинаем 1-ю. А кто же поедет, научит их 6-му гимну? Кто поедет? А ведь сколько много у нас поющих, да? Сколько много все-таки у нас регентов. Жить в уюте среди своих – это намного дороже. А поехать с этим талантом, научить кого-то 6-ю, 7-ю или 10-й гимн. Друзья дорогие, а потом они будут петь. И сколько они будут петь, столько будет прославляться Бог через того, который научил этот 6-й или эти 5 гимн. И снова реально обозначилась огромная нужда в тружениках. Слава Господу! Нашлись те, кто отозвался на Божий зов и поехал туда, где нет устроенных собраний, молитвенных домов, где некому даже сказать проповедь, научить молиться и петь христианские гимны. География миссионерского служения за последние годы значительно расширилась, но есть и большие белые пятна. Енисейск, Лесосибирск, Алёкминск, Нерюнгри, центральная часть Якутии, Киренск, Ербогачон, Нижнеудинск, Николаевск-на-Амуре, Многовершинная, Чумикан, Чикдамын, Аха, Курильск, Мильково, Усть-Камчатск и многие другие –
Кто поедет туда? Служение миссионера – это не романтика, а непрерывный, порой изнурительный труд. Труд, который нередко приходится совершать в полном одиночестве, без поддержки друзей и единомышленников. Но в памяти каждого миссионера живо воспоминание, как Господь призвал его на служение. С этого призвания, собственно, и начинается истинное миссионерство. Бог говорит человеку в многолюдном собрании или в тиши уединения. Нередко призыв Божий вызывает у христианина настоящую бурю чувств и переживаний. Перед переездом мне стал близок стих: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я понял, что наше спасение зависит от послушания Богу. А Бог открывал через Вестник Истины сибирские нивы широкие миссионерские поля для труда. Сказал жене, стали молиться об этом. Бог утверждал в принятом решении мое сердце. С женой же он разговаривал особо. Знаете, сейчас оглядываясь назад, я думаю, что переселение вообще, переезд – это шаг воли, нашей веры шаг. И вообще это итог всего упования. На что мы надеемся? На зарплату. На церковь хорошую, уютную, дружную, которая вырастет наших детей, поможет их воспитать в оркестре, в подростковом. Надеемся на надежного мужа, который ведет за собой. Или вообще наше личное упование на Господа. Сильно болевой точкой такой для меня лично были дети. Мы должны были ими пожертвовать. Они еще небольшие, воли у них своей нет. Мы должны были их вывести в далекий Канск, где нет детских, где нет молодежи, нет никаких собраний, оркестров, ничего нет. Маленькая начинающая такая церковь, долгие годы, которая без служителя была. Знаете, страшно. Для меня вот вопрос с детьми был самый трудный. И даже однажды ночью проснулась с такими тяжелыми мыслями. Прямо они придавили меня, эти мысли о детях. Куда вы едете? Вам плохо здесь? У вас нет служения? Куда? Как куда вы увозите детей? Где они будут расти? С кем? Кто будет заниматься с ними, если они в мир уйдут? И вот как навалились такие мысли, страшные, тяжелые. Я знала, что Сергей утром на работу рано, ушла в другую комнату. Там была такая ночь, я, наверное, ее не забуду. Такая сильная борьба, слезы, личное согласие на переезд. Согласие на то, что дети будут в Божьих руках. У меня не было этой уверенности. И вот знаете, уже я так металась, вообще такая была борьба, уже часов в 5 утра открыла Библию. Где откроется? Открылась 4 книга Царств, 10 глава. Господь говорит Иую, Иуй, за то, что ты охотно сделал то, что было праведно передо мной, твои сыновья будут сидеть на царском престоле до 4 рода. Когда я прочитала эти слова, они ко мне звучали, что если мы охотно исполняем Божью волю, надеясь на Него, охотно делаем то, что видим, что это нужно сделать, да? Хотя, знаете, чувства кричали: «Нет, вы не сможете, не сможете». Разум, сердце говорило: «Вы должны, должны, вы должники, большие должники, и вы должны переехать». Очень было трудно. Я скажу, что такого трудного шага вот как-то не было в жизни больше. Это был очень трудный шаг. Господу нужны не бездельники, не знающие, где применить себя, или не желающие жить в напряжении. Ему нужны люди, готовые нести немалые издержки и нести их бескорыстно.
А такие люди в церкви, как правило, всегда при деле. И тогда возникает вопрос, как оставить церковь, в которой уже совершается немалый труд? Но зов Господень не умолкает, и человек, боящийся Господа, в совете с братьями ищет ответ на этот вопрос. Посланничество свыше подтверждается также и посланничеством Церкви. Однако борьба на этом не заканчивается. Лукавый часто пытается посеять сомнения и сломить дух миссионера, но врата ада бессильны угасить веяние благодати в сердце возлюбивших Господа. На новом месте братьям и сестрам приходится сталкиваться с самыми неожиданными проблемами. Одна из них – трудности с жильем. Кроме того, миссионерам нужно приспосабливаться к местным условиям. Чтобы во всем явить пример жертвенного служения, бывшим горожанам приходится осваивать секреты ведения домашнего хозяйства. Учиться доить корову, косить сено, рубить дрова, выращивать овощи, носить воду из колодца или реки и делать многое другое, что в немалой степени влияет на действенность их свидетельства окружающим. Братьям и сестрам приходится привыкать к особенностям быта местных жителей и во всем разделять тяготы жизни тех, ради которых и совершен переезд. Духовный труд тоже может принимать самые неожиданные формы. Нередко дом миссионера служит не только жилищем для его семьи, но и молитвенным домом, и своего рода гостиницей для многих людей, желающих поближе познакомиться с жизнью верующих. Миссионеру приходится быть и душепопечителем. И, конечно же, он должен быть молитвенником. Нас очень печалит, что есть и неудачные примеры переселения. Но в целом, в тех местах, где труд совершают простые, богобоязненные братья и сестры, теперь есть устроенные церкви и группы верующих. Бог благословил это начинание. Очень хорошо и правильно, если сохраняется живая связь с церковью, откуда семья выехала на служение. Многогранное и весьма необходимое служение вспоможения не только восполняет нужды святых, но и обогащает духовную жизнь совершающих его. Кровь и милостыни, молитвы.
Пройдут годы, а может только месяцы или дни, и закончится земная история Церкви Христовой. Господь придет за ожидающими Его, и Церковь войдет в блаженную вечность. Бог воздаст каждому по делам Его. Верные получат награду. Получишь ли ее ты? Может быть, ты устал и готов опустить руки? А может, думаешь, что надо использовать момент и хоть немного устроить свою жизнь здесь, на земле, чтобы пожить свое удовольствие, и награда тебе не нужна? Такая логика никуда, кроме вечной гибели, не приведет. Что сделал ты, чтобы утвердить Царство Божье на земле? Знаешь ли свое место в служении? Или до сих пор колеблешься в вопросах выбора пути? Если Господь зовет тебя, надо идти. Посмотри на обширные нивы Господни. Христос сказал, что они побелели и поспели к жатве. А что видишь ты? Бог не ошибся в оценке ситуации. Что можно сказать о нас? Врата ада не одолеют Вселенской Церкви, но окажутся ли наши местные, удаленные от нас церкви и группы жизнеспособными? В немалой степени это зависит и от твоего решения. Сеявшие семя со слезами.